Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваша» информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Ярмарка идей. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства обсуждает приоритетные инвестиционные проекты. Ромашковая Русь. В Чувашии отмечают День любви, семьи и верности. Добрые сердца. В Чебоксарах прошел 4-й республиканский форум замещающих семей. Сегодня в Чебоксарах прошло выездное совещание по отбору приоритетных проектов для оказания гарантийной поддержки корпорации малого и среднего бизнеса. В рамках совещания работал Совет Ассоциации региональных банков, на котором обсудили доступность финансовых услуг для предприятий реального сектора экономики. Во второй половине дня рассматривались проекты, поступившие в корпорацию МСП. Прошла презентация предприятий Чувашии. Там работала наша съемочная группа. Плодотворное сотрудничество между Чувашией и корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса началось в феврале 2016 года. Тогда в рамках выездного заседания Комитета Госдумы было подписано соглашение о взаимодействии между Кабинетом министров и Федеральной корпорацией. Представители малого и среднего бизнеса получили в том числе и возможность участвовать в закупках высокотехнологичной и инновационной продукции. Данная корпорация имеет некий уже определенный опыт. В чем нам интересно с ними работать? Вот этот новый институт позволяет нашим предпринимателям, которые имеют идею, свой проект, в привлечении доступных кредитных средств для того, чтобы создать высокотехнологичное производство, для того, чтобы создать высокотехнологичные рабочие места и от производительности увеличить доходы. 5 предприятий республики по итогам февральского визита получили одобрение и уже в 3-4 кварталах начнут реализовывать свои проекты. Общая сумма кредитов по модернизации и расширению производства – более 4 миллиардов рублей. Очень нам импонирует контроль руководства республики и первого лица республики с этими проектами. Он знает их поименно. Для нас это важно. Это важно не столько для нас, сколько для бизнеса. Это вот диалог бизнеса с властью. Когда видят, что курирует проект или, по крайней мере, знает на достаточно агрегированном уровне, но знает детали, первое лицо, это всегда крайне важно. В пятницу на суд экспертов были представлены проекты 7 предприятий. 4 из них – резиденты индустриального парка «Чебоксар» или в ближайшее время ими должны стать. Это проекты по производству электрооборудования, реле, турбокомпрессоров и автокомпонентов. У многих уже есть договоры на поставку продукции. На данный момент группа «ГАЗ» недополучает от нас около 20% продукции по заявкам, потому что мы просто не в состоянии ее изготовить. Скажем так, конкуренты наши, ближайшие конкуренты, это Чехия, завод ЧЗ, и Борисовский завод, это Беларусь. Представлены проекты и в отрасли сельского хозяйства, строительство комплекса для крупного рогатого скота, создание центра глубокой переработки овощей и картофеля и строительство цеха молочного завода. Общий объем инвестиций в представленные проекты – более 2 миллиардов рублей. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. О проектах говорили и на утренней встрече Михаила Игнатьева с Александром Браверманом. В этом году руководитель корпорации МСП Александр Браверман второй раз посещает республику. В феврале уже были поддержаны предприятия Чувашии. 5 проектов получат средства от ВТБ, Альфа-банка и корпорации МСП в размере 3 миллиардов рублей. На этот раз Александр Браверман тоже приехал с хорошими новостями. Мы сегодня будем рассматривать еще дополнительно 7 проектов. Значит, что мы с вами наладили устойчивый поток и работу системную. Я лично знаю этих предпринимателей. Они настроены на самом деле на реализацию своих идей через свои проекты. А то, что на федеральном уровне приняты волевые решения и на сегодняшний день эти решения уже в реальном секторе работают, это очень здорово. Михаил Игнатьев отметил также, что реализация этих проектов позволит создать в республике новые высокотехнологичные рабочие места. Какие условия участия в программе 6,5? Что требуется от проектантов? И есть ли шанс у предприятий не из приоритетного списка? Журналистам разъяснили на примере чебоксарских компаний, уже прошедших конкурсный отбор.
Напомним, корпорация МСП определила приоритетные отрасли: сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность, электроэнергетика. Всего 7. Выделены еще несколько регионов: Крым, Дальний Восток, а также моногорода. Поддержка заключается в предоставлении банковских кредитов с низкой 10-11% годовых ставкой. При этом уполномоченные банки получают рефинансирование от Центробанка 6,5%. Отсюда и название программы. Традиционные лидеры промышленности Чувашии – электротехнические предприятия – не единственные, которые могут рассчитывать на поддержку от корпорации. Мы заботимся не только об этом секторе, не только о высокотехнологичном секторе, но и о секторе массовом. И свидетельством тому поддержка предприятия по производству обуви, которая в свою очередь поставляется на рынок крупнейших государственных компаний, корпораций, акционерных обществ с долей государства 50+1 акция. И в этом смысле для нас механизм, который выработан, с одной стороны, спрос этих компаний, с другой стороны, возможность поставки субъектам малого и среднего предпринимательства и кредитно-гарантийная поддержка, которую этому субъекту оказывается, крайне важен. Крайне важен. По мнению разработчиков проектов, а сегодня речь шла о предприятиях «Гален», «Яхтинг» и «Стройкерамика», поддержка позволит им не только чувствовать себя уверенно, но и выйти на качественно новый уровень развития бизнеса. Работы, разработки и патенты, которые мы с собой несем для рынка, позволяют нам смотреть с большим оптимизмом, чем нашим конкурентам. И как раз-таки помощь, которая оказывается по данной программе, является для нас ключевой. Это новые рабочие места, это дополнительные сборы в бюджет, это то развитие малого и среднего бизнеса, о котором на самом деле сегодня говорится, и который состоится. Без этих поддержек сегодня развиваться очень сложно. Я думаю, что мы не подведем корпорацию, наши проекты будут освоены в этом году и принесут прибыль государству нам на будущий год. Восьмого июля страна отмечает относительно новый праздник – День семьи, любви и верности. В Чебоксарах сегодня открыли памятник покровителям брачных союзов. День семьи, любви и верности, который должен стать нашим ответом Дню Святого Валентина, внесли в список государственных праздников 8 лет назад. Его символами стали белая ромашка и православные святые Петр и Феврония. Они прожили вместе много лет, умерли в один день и были похоронены в одном гробу. Памятники этим святым уже появились более чем полусотни российских городов. В Чебоксарах его установили напротив Свято-Троицкого мужского монастыря на пересечении улиц Константина Иванова и Московской набережной. Люди будут приходить, молиться, брать благословения на браки и будет благословение Божие на браки, чтобы не было разводов. Хочу сказать или просто напомнить вам слова чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, который сказал очень мудрые слова, и он подчеркнул, как заветы даже народу Чуваши. Он сказал: берегите семью. Семья – опора народа и государства. В семейном счастье – это защита от истинных жизненных испытаний. Вот эти дорогие слова на сегодняшний день мы ценим, помним. На празднике мы встретили настоящую Февронию. Раньше своего редкого имени женщина стеснялась. Теперь носит с гордостью. Со своим Петром они жили недолго. Супруг рано умер, но любили друг друга. Молодым женам я желаю, чтобы они друг друга понимали, что жили дружно, любили и долго-долго жили, как Петр и Феврония. С тех пор, как с памятника сдернули покрывало, не прошло и часа, а мы уже насчитали вокруг 3 пары молодоженов. Я знаю, что Феврония, она была умная и следовала всегда за мужем. И поэтому я буду примером для меня именно вот этот праздник. Многие из тех, кто сегодня собрался у памятника Петру и Февронии, и сами примеры для молодоженов. Например, глава столицы Чувашии с супругой. Мы уже долго, около 25 лет вместе живем.
И для нас важно тоже в первую очередь семейные ценности. Мы говорим, что мы вместе учились, мы по одной специальности вместе. И, конечно же, вот у меня в трудные времена семья меня очень крепко поддерживает, поддерживает супруга, поддерживают дети. Это очень важно. По легенде, когда Петр собрался жениться на простолюдинке, окружение осудило его поступок. А когда сильно насмехались над самим Петром, вот в момент решения, когда он собирался жениться, и материализовался из воздуха ангел. И все окружающие увидели, что это неспроста, это не просто так. И вот этот момент, когда ангел материализовался у нас на памятнике. И теперь в городе Чебоксары есть свой ангел, ангел-хранитель, который над всеми семьями будет летать. Но днем он стоит, а ночью он будет летать и охранять все семьи. Наверняка Чебоксары не единственный город, где сегодня точно так же открыли памятники этим святым. По всей стране пройдут разные мероприятия. Впрочем, в некоторых городах, например, Кургане и Москве, праздник ознаменуется не только торжествами. Там семейные пары в этот день не смогут расторгнуть брак. Что ж, кто знает, может быть, за выходные они передумают. Ольга Бырочкина, Олег Якимов, Республика. По традиции, в Чувашии в День семьи, любви и верности чествуют крепкие супружеские пары. С обладателями высоких наград познакомились мои коллеги. Награды за укрепление института семьи в республике вручают уже 9-й год подряд. Их обладателями становятся супружеские пары, прожившие браки более 50 лет. В этот раз под куполом Дома правительства чествовали не только те, кто отпраздновал золотую свадьбу, но и многодетные семьи. Только 13 семьям в республике выпала честь отметить праздник Петра и Февронии в Доме правительства. Глава региона Михаил Игнатьев отмечает, что эти супружеские пары – гордость и опора Чувашии. Наша задача, задача и органов власти, и общественных организаций, и лично вас, уважаемые дорогие родители, бабушки и дедушки, вот эти ценности вы сохраняли и укрепляете. Семейные заветы всегда были крепки среди чувашского народа. В этом году только указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за заслуги воспитания детей и укрепления семейных традиций сразу 6 многодетных семей из нашей республики удостоились медали ордена «Родительская слава». Медали ордена «Родительская слава» в этом году удостоилась и семья Тимановых. Супруги воспитали 8 детей. Младшей дочке недавно исполнилось 12 лет. 2 дочки замужем. Одна дочка уже внука подарила вот в прошлом году. Все, уже счет начался, слава Богу. Я надеюсь, будут тоже многодетными семьями. Пусть Бог благословит их в этом. А Григорий и Зоя Павловы в прошлом году отпраздновали золотую свадьбу. Супруги говорят, что секрет их семейного счастья прост. Во время ссор они стараются уступать друг другу. Самое главное – взаимопонимание, взаимоуважение и всегда слушаться друг друга. Куда один говорит, другой пусть слушается этому. Валерий Крыжновский вместе с орденом получил и персональный подарок от главы республики. В День любви, семьи и верности он отмечает 75-летие. Ордена за любовь и верность сегодня удостоились 8 супружеских пар. Все награжденные признались, что праздник Петра и Февронии они отметят в кругу родных. Герои церемонии говорят, что в их жизни семья – это самое главное. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Тепла и сердец хватит всем. В столице Чувашии прошел республиканский форум замещающих семей. Попечители и опекуны со всех районов республики и соседних регионов собрались вместе, чтобы обсудить проблемы и поделиться опытом. Что волнует родителей-воспитателей, узнавали мои коллеги. В финале республиканского форума приняли участие более 400 представителей замещающих семей, органов опеки и попечительства со всех районов Чувашии, а также из соседних регионов. Семейная история о том, как приемный ребенок стал родным, у всех разные, но эмоции одинаковые. Это хорошо заметно на выставке. Яркие краски, солнце, счастливые улыбки. Накануне о проблемах и перспективах усыновления говорили на муниципальных площадках, в которых участвовали более 2000 человек. Спасибо вам за то, что сегодня вот вместе собрались, обсуждаете разные вопросы на разных тренингах, круглых столах. Соответственно, будете делиться своим замечательным, прекрасным опытом, как нужно любить свою землю,
как нужно любить своих родителей, как нужно любить детей. Вы на самом деле сами, наверное, уважаемые родители, не осознаете, какое огромное благородное дело вы делаете. Прежде всего и для государства, прежде всего для этих детей, но и для вас, для самих. Торжественная часть форума – награждение лучших опекунов Чувашии. В финале творческого конкурса «Семейный очаг» приняли участие 32 семьи. Призеров и победителей выявляли в 5 номинациях. Лучшей стала семья Надеждиных из Чебоксар. Они воспитывают 4 детей. Мальчика Диму усыновили 1,5 года назад. Мы вообще не подразделяем, то есть взяли все наше. Даже уже с момента, когда мы решились, отослали, нашли ребенка, отослали документы, уже назад дороги не было у нас. Дети сразу восприняли как братика его. То есть мы еще, он еще был в дороге, а уже где наш братик, где наш братик. Стараемся все вместе делать, показывать детям, что семья – это главная ценность вообще в нашем мире. Любовь, терпение, доверие – это вот основные качества должны быть в человеке. И в семейных отношениях. В этом году основная тема форума – адаптация и социализация детей подросткового возраста. Его проводят уже в 4-й раз. Результаты уже видны. По итогам прошлого года Чувашия вошла в число лидеров по устройству детей-сирот. В замещающих семьях воспитывается более 3000 ребят. Из них практически половина уже нашла постоянный дом и родителей. Это обоюдное такое движение друг другу навстречу государства, общества и самих наших семей. Очень много говорится о том, что в России, Чуваши, не должно быть детей-сирот. Не может быть чужого брошенного ребенка. И вот этот позыв, эти сигналы государства слышат наши семьи. Они неравнодушны к этой чужой проблеме, чужой беде и принимают детей своей семьи. Этот форум – лишь часть проводимых мероприятий. В Чувашии активно развивается институт попечительства. Работают ассоциации замещающих семей, центры сопровождения и школы приемных родителей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, руководство республики и впредь будет поддерживать и содействовать всем, кто неравнодушен к судьбе детей-сирот и готов подарить им родительскую любовь и заботу. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Ты за кого будешь болеть на Евро? За Россию? А потом? В воскресенье мы узнаем имя нового чемпиона Европы по футболу. Российские болельщики, которым остается только наблюдать за командами других стран, в этот раз решили не ограничиваться комментариями и фотожабами в интернете. Подробнее Ольга Пырочкина. В России есть традиция. Раз в 2 года наша футбольная сборная с треском вылетает из очередного крупного турнира. После каждого фиаско СМИ отрываются в заголовках. Так после проигрыша в Тулузе лидировали тулузеры. Болельщики вымещают гнев и злорадствуют на форумах в интернете. Если на следующем Евро из группы будут выходить все 4 команды, то Россия займет 5-е место. Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз болельщики были граждане Уэльса. Масло в огонь всенародного гнева подлило видео с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым из Монте-Карло, куда футболисты отправились отдыхать после вылета с турнира. В одном из ресторанов к столику членов российской сборной подносят большое количество бутылок дорогого шампанского. Все происходит под звуки гимна России. Видео вечеринки прокомментировал официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Разливать доверили другим. Эти бы точно в бокал не попали. Судя по всему, терпению болельщиков настал конец. В сети набирает популярность ролик, в котором спортсмены-любители вызывают национальную команду на товарищеский матч. Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом, неужели среди 146 миллионов жителей Российской Федерации нельзя найти 11 человек, которые хорошо умеют играть в футбол? События последнего Евро как бы подсказывают нам, что футбол – это не наше. Но почему же тогда наша сборная – чемпион мира по пляжному футболу, одна из ведущих сборных по мини-футболу, чемпионы мира среди людей с ограниченными возможностями? Я почти уверен, что если бы любую из этих сборных выставили на Евро, она сыграла бы лучше. Жаль, что мы не можем их поменять местами.
После очередного провала мы поняли, что хватит задаваться таким вопросом. И решили собрать свою команду из народа. Пускай ребят не носят гордого звания профессионала и не зарабатывают по 200 миллионов в год, но зато умеют обращаться с мячом не хуже, чем команда миллионеров. Мы хотим вызвать сборную России на матч. И пускай сборная докажет, чего она стоит. Обыграйте нас так же, как вы говорили, что обыграете Уэльс. А пару дней назад начался прием заявок на еще один проект – в народную сборную. Попасть в нее может каждый. Для этого нужно отправить заявку и снять видео с демонстрацией базовых навыков. Из всех заявок эксперты отберут 300 кандидатов, а затем 30. Они поедут в Москву, чтобы на протяжении полугода жить и тренироваться по распорядку, принятому в клубах высшей лиги. В финале проекта останутся 22 игрока. Они сыграют ряд публичных игр с профессиональными командами, чтобы доказать, в России есть таланты. Мнения по поводу создания такой сборной разделились. Игроки-любители, с которыми нам удалось пообщаться, в основном за. Игроки любительской сборной Чувашии, может быть, даже подадут заявку. Вы хотели попробовать свои силы? Я думаю, любой бы спортсмен принял бы участие. Если желания, преград нет, будут заниматься, добиваться успехов. Я считаю, я поддерживаю. Мы играли весь сезон без денег, а у них такие деньги, они не ценят этого, ничего. А есть игроки, которые, вот Ирландию возьмите, да, там любители, они просто играют, добиваются успеха. Спортивные эксперты настроены скептически. Мы не можем как-то исключать или обходить вниманием мнение народа. К нему надо все-таки прислушиваться. Но я считаю, что все-таки каждым делом, если мы хотим какие-то добиться результатов, нужен профессиональный подход. То есть должны заниматься профессиональные тренера, профессиональные какие-то администраторы, профессиональные игроки. Если среди любителей, которые изъявили желание поучаствовать в этом проекте, найдутся профессионалы, то есть найдутся какие-то звезды, на которые тренеры тех или иных сборных обратят внимание, то ради бога. Возможно, есть такой безумец, который будет финансировать эту любительскую сборную. В ней должны быть признаны игроки, а народная команда не имеет статуса, не признана Российским футбольным союзом. Надо посмотреть на самих футболистов, на уровень их мастерства. Я понимаю боль всех любителей футбола, всей нашей необъятной России за провал на Евро-2016, но нельзя доходить до абсурда. Что касается болельщиков, то проект они поддерживают как одну из мер по развитию футбола в стране. Ну, мне вот кажется, что надо начинать с детей. Потому что, вот, например, опыт Исландии показал, что они с 4 класса уже начинают программу вводить. Может быть, тут рядом где-то бегает Марадона. Откуда мы его знаем? Он же не играет в футбол. У нас нет таких секций. Я думаю, что создание народной сборной в первую очередь дает возможность молодым и прогрессивным спортсменам добиться успеха и попасть в сборную России. Потому что ведь очень много талантливых ребят на периферии, которые работают, не покладая рук, и работают они не на таком качественном поле, на котором хотелось бы. Народной сборной хочется пожелать удачи, а скептикам сказать, хуже уже точно не будет. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Веселых вам выходных. До свидания.